Особенности человеческого скелета. Скелет человека имеет сложное устройство. В целом он насчитывает более 200 костей, которые соединяются между собой суставами, хрящевой тканью. Для того, чтобы кости оставались в норме, необходимо нормальное протекание обменных процессов организма. Кость – это отдельный орган, часть организма человека. Основные причины боли в костях. Боли могут возникать при сидячем неподвижном образе жизни, при избыточном весе, когда при любом движении на них ложатся непомерные нагрузки. Авитаминоз – еще одна причина. Как правило, речь идет о недостатке витаминов В и Д. Также одной из ведущих причин возникновения боли в костях стоит назвать травмы. Не только переломы, но и ушибы надкостницы могут стать причиной возникновения болей. Болевые ощущения возникают при инфицировании и воспалении костной ткани. Они имеют место быть при поражении костного мозга, сбоях кроветворного механизма. Тревожные симптомы, сопутствующие болям в костях. При болях в ночное время, особенно если обнаруживается деформация или отечность, речь может идти об онкологии. Особенно если вдобавок наблюдается потливость, увеличение лимфоузлов. При остеомиелите наблюдается отечность, лихорадка, формирование свища. Если растет показатель глюкозы, есть тахикардия, можно судить об эндокринных проблемах. Деформированный позвоночник, ломкость костей может говорить об остеопорозе, о покраснении щек, угревая сыпь и ожирении, о проблемах надпочечников.